Здравствуйте, друзья, я Андрей Соловьев. До недавнего времени на рынке планшетов балом правил исключительно Apple со своим iPad'ом. Некоторое время назад компания Google, как вы знаете, выпустила планшетную операционную систему Android и вышла тоже на этот рынок, благодаря чему у нас с вами появился реальный выбор, а на рынке, этом самом рынке, появилась реальная конкуренция. Тот планшет, о котором мы сегодня поговорим, встает третьим номером вот в этом списке, достаточно плотном списке, где уже существует Apple, уже существует Google, а теперь туда пришла компания Research in Motion, она же RIM. А мы знаем этот планшет по имени BlackBerry Playbook. Вот эта штука у меня в руках. Сегодня мы с ней познакомимся поподробнее и оценим перспективы этой штуки по сравнению с уже известными нам продуктами конкурентов. Итак, открываем коробку. Первое, что обращает на себя, это то, что аппарат очень и очень компактный. Он всего лишь на 2 мм толще того же самого iPad и по габаритам больше всего напоминает Samsung Galaxy Tab в своей первой редакции, то есть тогда, когда он был только 7-дюймовым. Аппарат выглядит очень строго. Материал корпуса, скорее всего, металл. Металл этот сделан с элементами soft touch, то есть такой прорезиненный пластик на ощупь. Достаточно аскетичный. Единственное, что оживляет картинку, это логотип BlackBerry, который создан из вот таких вот металлических блестящих вкраплений шашечек. Ну, это, собственно, и понятно, потому как изначально BlackBerry позиционирует этот планшет исключительно как такой бизнес-деловой инструмент. На нижнем торце расположено несколько разъемов. Это разъем для подключения кабеля microUSB, специальный разъем для зарядного устройства, через которое планшет может заряжаться гораздо быстрее, чем через обычный microUSB разъем, и специальный коннектор для подключения к док-станции. То есть предполагается, что он может устанавливаться в некую подставку, которая, собственно, эти разъемы будет задействовать. Кроме этого, нижний торец содержит служебную информацию о серийном номере и модели устройства, а также какой объем памяти здесь установлен. В данном случае мы имеем младшую версию 16 гигабайт. Кроме нее выпускаются версии 16, 32 и 64. Стоимость сейчас этих устройств в Америке составляет $500 за 16-гигабайтную версию, на $100 больше, то есть 600 за 32 и 700 за версию, соответственно, 64 гигабайта. На текущий момент никаких беспроводных модулей, кроме Wi-Fi и Bluetooth, Playbook нам не предоставляет. Ходят упорные слухи, что скоро появится версия с поддержкой сети LTE, но на текущий момент никаких сетей четвертого поколения и даже сетей третьего поколения планшет не поддерживает, то есть сим-карта сюда не устанавливается. Ну давайте отложим его на минутку в сторону и посмотрим, что нас еще ждет в коробке. Ну, первым делом мы находим вот такой вот полиуретановый чехольчик. Внутри он голубой, а снаружи черный. Натягивается он на планшет как носок и содержит вот такой вот выдавленный большой логотип BlackBerry. В самой коробке мы находим несколько картонных бумажек, объясняющих, как делать первый старт устройства. И под такой же голубенькой пластиковой вставкой дальше находим две коробки. Первая из них содержит зарядное устройство, которое выполнено вот в таком вот виде бруска. Поскольку данный аппарат предназначен для продажи в Америке, то, естественно, и вилка здесь американская. Я думаю, что когда он дойдет до Европы, здесь вопросы тоже будут учтены и решены. Вторым элементом, который живет в этой коробке, является не что иное, как самый обыкновенный кабель с USB на microUSB. Ну и еще одна коробочка, которая здесь есть. В этой коробке находятся всевозможные инструкции. Они выполнены в виде книжек. Этих книжек сейчас 5. Каждая из них на своем языке дает краткое описание, как, собственно, жить с этим планшетом и что он умеет. Ну и кроме этого, в планшет вложена вот такая маленькая тряпочка из микрофибры для того, чтобы стирать с него отпечатки пальцев. Про коробку достаточно, перейдем непосредственно к аппарату. Кнопка включения устройства находится практически посредине верхней панели. Она достаточно маленькая, и для того, чтобы включить ее, недостаточно даже на нее просто легонечко надавить. Нужно постараться попасть и практически нажимать ее ногтем довольно-таки глубоко. Этот момент мне не очень понравился, поскольку эта самая кнопка включения является одной из самых часто употребимых при использовании устройства. Для того, чтобы блокировать, разблокировать экран, практически всегда приходится искать эту кнопку на ощупь и пытаться сильно ее давить.
А другой интересной особенностью этой операционной системы является то, что экран можно разблокировать, если провести пальцем от одного угла до другого. Таким образом, аппарат тоже разблокируется. Сделано достаточно оригинально, на мой взгляд, потому как ни в одном другом планшете вот такой черный экран разблокировать каким-то особым жестом, ну, по крайней мере, не умеют они это делать. Рядом с кнопкой включения находятся клавиши регулировки громкости, и между ними примостилась такая кнопочка, которая занимается управлением медиапроигрывателем. Она же отвечает за пуск и паузу при просмотре. Еще одним любопытным моментом является то, что в плейбуке предусмотрены аж два микрофона. Они находятся тоже сверху, слева и справа, разнесены практически по углам. То есть во время записи звука или, например, в видеочате вас будут именно слышать в стереоэффекте. Ну и кроме этого, последним разъемчиком, который живет на верхнем торце, является разъем для подключения самых обыкновенных наушников. Боковые торцы абсолютно лишены каких-либо органов элементов управления. Аппарат оснащен двумя камерами. Первая фронтальная камера имеет разрешение 3 мегапикселя и используется для видеозвонков. Задняя камера имеет разрешение 5 мегапикселей. К сожалению, вспышкой она не оснащается, но зато умеет писать видео в формате Full HD 1080. И еще один интересный момент, который при первом беглом взгляде на устройство несколько ускользает от внимания. Это то, что аппарат оснащен стереодинамиками, а эти самые стереодинамики выведены по бокам от лицевой панели. Это самое удачное решение, на мой взгляд, потому как бы вы ни положили устройство на стол, пусть даже на мягкую поверхность, эти динамики всегда будут повернуты к вам, потому что, естественно, экран будет находиться сверху и всегда будут звучать так, как положено. Ну, теперь, пожалуй, перейдем к экрану. Экран, на самом деле, просто шикарный. Несмотря на то, что устройство достаточно компактное, 7 дюймов по нынешним временам не так уж и много, особенно с учетом того, что практически все конкуренты выстрелили как раз в размере 10 дюймов, включая iPad, который не собирается выпускать, по крайней мере, пока устройство с меньшей диагональю. Так вот, ребята из BlackBerry поступили очень хитро и разумно. Они использовали очень высокое разрешение картинки, здесь 1024 на 600 точек. То же самое разрешение до этого момента мы получили только на Samsung Galaxy Tab, там тоже было 1024 на 600 точек. А подобное разрешение, как правило, применяется сейчас на 10-дюймовых планшетах, и даже там оно выглядит более-менее прилично. За счет этого интересного сочетания небольшой диагонали в 7 дюймов и большого разрешения мы получаем высокую плотность пикселей – 170 пикселей на дюйм. Для сравнения, на первом и на втором iPad экран имеет плотность 132 пикселя. То есть картинка здесь гораздо более четкая и гораздо более детальная. И по некоторым характеристикам ее можно сравнить с дисплеем на iPhone 4, то есть с дисплеем Retina. Также стоит отметить, что экран просто великолепен по углам обзора. Если бы не блики, которые вы сейчас ловите на камеру, я думаю, что вы бы оценили, насколько интересно и хорошо смотрится картинка под любыми углами. Кстати, прошу прощения за наверняка возникшую волну возмущения, что я не снимаю пленку с экрана. Дело в том, что этот аппарат достался мне до того, как он будет подарен на день рождения одному товарищу. И, соответственно, тот, кто мне дал его потестировать, просил эту самую пленочку не отрывать. А теперь настало время перейти к самому интересному, а именно к операционной системе, на которой работает этот планшет. Называется эта операционная система QNX. Досталась она, точнее, купила ее компания BlackBerry в начале этого года. Система очень интересная и очень быстродействующая, мы сегодня в этом убедимся. Ну и достаточно сказать, например, по качеству и по надежности ее структуры, то, что большинство военных американских истребителей используют QNX в качестве основной бортовой системы. Интерфейс, на первый взгляд, достаточно непривычный, но если кто-то из вас работал с операционной системой WebOS, тот может найти множество знакомых элементов. Например, чтобы попасть в настройки, нужно потянуть вот такую шторку по аналогии с Android с верхней стороны экрана. А для того, чтобы получить доступ ко всем приложениям, достаточно вытащить такую же самую шторку, но уже снизу. Кроме этого, значки настройки системы, батарейки, уровня Wi-Fi, Bluetooth и повороты экрана тоже раскрывают свои маленькие меню тогда, когда мы нажимаем на них пальцем. Например, вот я открываю, точнее нажимаю на значок батарейки, здесь я могу регулировать яркость экрана, выключать, перезагружать, запускать ждущий режим. Если нажму следующий значок Wi-Fi, то здесь я могу посмотреть, к какой беспроводной сети я подключен, также включить или отключить Wi-Fi. Следующая закладка точно так же позволяет управлять Bluetooth. И следующий значок, например, включает или отключает блокировку экрана.
Все интуитивно понятно и совершенно однозначно и четко выполнимо. Кстати, одной из основных фишек, которую компания BlackBerry продвигает вместе со своим планшетом, это полноценная поддержка флеша. Причем не только флеша, а всех продуктов компании Adobe. В частности, здесь есть Adobe Reader, который полноценно работает с тяжелыми PDF-файлами, он может их открывать, редактировать. А также полноценный браузер, который может похвастаться полной поддержкой флеша и HTML5. Вот таким образом он запускается, это его стартовый экран, куда можно вывести различные ярлыки самых популярных приложений. Но вот здесь я поставил закладку на свой канал. Воспользуемся этим и посмотрим, как он отображает страничку канала YouTube. Ну, как видите, сам по себе канал уже загрузился. А вот в этом месте, где на iPad появлялось просто черное окно с надписью о том, что необходимо установить флеш-плеер, мы видим то, что окошко открывается сразу же с видео, и это видео идет вполне прилично. Вот таким вот образом работает весь флеш, и выглядит это достаточно хорошо и смотрится абсолютно без каких-либо проблем. Вот это очень приятно, и именно вот такая полноценная и качественная поддержка флеша, то, что очень сильно не хватает Apple, конечно, борьба с ветряными мельницами, а именно борьба с самим флешем, заводит компанию Стива в некоторый тупик. Я очень рад, что и Android, и вот BlackBerry понимают это, и для нас с вами эту самую поддержку флеша в свои устройства таки включают. Интересным образом решено переключение приложений. Дело в том, что эта операционная система абсолютно многозадачна. То есть сейчас, если потянуть с экрана снизу вверх пальцем, приложение уходит вот в такой вот режим некого зависания. И дальше мы можем запустить любую другую, например, изображение. Вот здесь открывается галерея. Мы можем открыть просмотр картинок, пролистывать их вправо-влево и точно так же в какой-то момент потянуть снизу. И мы можем снова вернуться к интернет-браузингу и продолжить просмотр страниц. Если же нам не нужен браузер, мы можем запустить какое-то следующее приложение, то есть система абсолютно таки многозадачна. Кстати, очень интересно посмотреть, как этот планшет воспроизводит видео, а делает это он действительно очень качественно. Вот это демо, которое записано производителем вместе с планшетом, оно записано, естественно, в формате HD. Сейчас я уберу звук, потому что мне не нужен. Но вот можете оценить, насколько качественно картинка смотрится на таком экране, по-моему, более чем шикарно. Естественно, подключив мини-HDMI кабель к нижнему разъему, вы можете выводить это изображение сразу же на экран телевизора. Еще одним очень серьезным козырем этой операционной системы является то, что вот эти самые задачи, которые открываются вот в этой карусели, они не прекращают выполняться. Как видите, сейчас продолжают идти видео, при этом мы можем вернуться снова к браузеру или просмотру картинок, или снова вывести видео на полный экран. При этом абсолютно ничего не тормозит, и происходит все плавно и так, как это должно происходить по логике вещей. Тут, конечно, просто 5 баллов. Кстати, что касается аппаратной начинки, как мы знаем, Playbook разрабатывался еще в конце 2010 года, когда о двухъядерных процессорах никто ничего не знал. Работает он на базе чипа Texas Instruments OMAP с частотой 1 ГГц. Использует 1 гигабайт оперативной памяти, что, в общем-то, ни много и ни мало по нынешним временам, но на самом деле не критично. Как мы видим, операционная система справляется просто на ура с этими возможностями. Да, ну и, собственно, видеоадаптер, который используется здесь, называется PowerVR. Сейчас я попробую показать, как он работает с играми. Для этого мы заходим в закладку «Игры», открываем ее и смотрим, что у нас здесь есть. Например, Need for Speed, Tetris и Doom. Ну, давайте Need for Speed, потому что эта игрушка оптимизирована для BlackBerry Playbook. Как видите, многие разработчики уже обратили свое внимание на BlackBerry Playbook и начинают выпускать специальные версии программ, которые могут работать именно на этом планшете. Ну вот, собственно, сама игрушка. Как видим, с графикой никаких вопросов. Управление осуществляется точно так же с помощью акселерометра. То есть я могу наклонять устройство вправо или влево и, соответственно, менять угол наклона колес. Вот кверх ногами мне это не очень получается. Я вот уже поехал по поребрикам. Но самое интересное, что тоже хочу вам показать, мы можем точно так же свернуть игрушку, вернуться, например, к видео. Как видим, никаких проблем, видео продолжает дальше работать с того же самого места, на котором мы остановили просмотр. Если мы захотим вернуться к игре, то нам достаточно точно так же потянуть видео вверх, промотать до игрушки, запустить ее и нажать резюме.
Игра с того же самого места идет дальше. И, напоминаю, все это держится на одном одноядерном чипе. Представляете, какую мощность можно реализовать на этой операционной системе, если использовать здесь какое-нибудь двухъядерное или четырехъядерное решение. Что касается самих программ, каким образом они попадают внутрь планшета. Дело в том, что здесь используется некий аналог Android Market, аналог App Store для компании Apple. Называется он App World, и выглядит он практически так же, как самый обыкновенный Market. Сейчас он загрузится нам в свое главное меню. Что интересно, что мне понравилось, то, что возможно приобретать приложения, причем они сразу же переведены в рубли, например, вот этот вот смешной чертик стоит 59 рублей 85 копеек. Скорее всего, можно авторизоваться с помощью кредитной карточки и приобрести это приложение, при том, что помимо платных программ, естественно, существуют и бесплатные. Например, мы можем перейти в раздел по категориям, здесь есть программы и игры. Например, открываем игры. Они разделены на категории: аркады, космос, там спорт, настольные и так далее. Ну, давайте посмотрим космос, что это такое и что здесь есть. Притом можно задать сортировку платные и бесплатные. Например, нажимаем только бесплатные игры и открываем какую-нибудь там игру Atomic. Вот что это такое, можно посмотреть, кликнув на иконку. Здесь будет представлен скриншот игрушки и предложение загрузить. Обращаю ваше внимание, что все очень корректно и по-русски переводится, никаких проблем с локализацией нет. Кстати, это очень интересная штука, потому как до недавнего времени русский язык в системе не поддерживался, и буквально в середине июля вышел официальный апдейт операционной системы, который таки подключил дополнительные языки в количестве 15 штук. Среди них появился наш великий и могучий. Таким образом, Playbook готовится к выходу в том числе и на российский рынок. А выход этот он намечается где-то в районе сентября-октября месяца. Вот таким образом выглядит App World, что, в общем-то, для стартапа достаточно неплохо. Приложений здесь, конечно, совсем немного, но из того, что здесь уже есть, можно кое-что и повыбирать. Да, кстати, вот эта самая каруселька с запущенными программами позволяет эти же программы и закрывать. Вот здесь появляется крестик, нажатие на который уводит и закрывает программу уже от исполнения, и таким образом она совсем уходит из памяти. Кстати, сама система содержит такие интересные мулечки, которые на первый взгляд даже не бросаются в глаза. Например, мне очень понравился калькулятор, точнее приложение калькулятора. Выглядит это очень смешно. В целом калькулятор выглядит точно так же, как мы привыкли видеть приложение калькулятора на любом другом планшете либо смартфоне. Здесь можно совершать какие-либо действия. Результат отображается вот здесь и здесь. Причем, что интересно, предусмотрена некая история, которая увеличивается по увеличению количества операций, которые мы проделали. Но самое интересное то, как можно удалить и очистить эту самую историю. Если нажать на корзинку, то улетает это все, как будто оторванная бумажка. Просто получилась красивая мулька, красивое решение, выглядит очень оригинально. Ну и напоследок хотелось бы показать камеры, как они выглядят и как они работают. Сенсор достаточно чувствительный здесь. Вот, по крайней мере, на той стенке у меня сейчас не очень яркая картинка. Но так или иначе, камера не сильно зернит по шумам. То есть я не вижу здесь каких-то принципиальных проблем с цветопередачей. Вытаскивает она картинку довольно неплохо. Переключается между фото и видео просто нажатием на соответствующую иконку. Если же тапнуть по экрану, то появляется возможность цифрового зума. Вот таким образом он работает. Естественно, зумирует он не очень хорошо, поскольку это не оптика, а это всего лишь цифра. Если же нажать на экран, появляется кнопка выбора камеры. Это может быть либо фронтальная камера, как сейчас вот передо мной, либо задняя камера, которая тоже может писать как фото, так и видео. Что, на мой взгляд, не очень удачно реализовано и что не понравилось. Среди всех приложений, которые здесь предустановлены на планшете, нету такого элементарного, как приложение для электронной почты или, например, календаря. Дело в том, что BlackBerry решили установить некую программу, которая называется BlackBerry Bridge. Она позволяет подключать смартфон BlackBerry к этому планшету и таким образом получать почту и управлять смартфоном через
соответственно, планшет. Решение, на мой взгляд, достаточно спорное, потому что если у вас нет BlackBerry смартфона, то единственный способ выйти в интернет – это подключиться через Wi-Fi, а единственный способ проверить свою почту – это открыть ее в браузере. Таким образом, какого-то специализированного приложения, которое бы занималось этим автономно, например, оповещало вас о приходе новой почты, само бы забирало почту здесь, до сих пор не появилось. Может быть, это со временем и решится, может быть, к тому самому сентябрю, когда планшет должен появиться в продаже в России, это будет уже установлено. Но сейчас этого нет. Ну что ж, пора закругляться, сделаем некие выводы. Что мне понравилось в этой штуке? Мне очень понравилось, как он лежит в руке. Это действительно компактное, достаточно не тяжелое устройство, весит оно 400 граммов. Смотрится оно очень хорошо и сделано очень добротно. В первую очередь это заслуга материалов корпуса, ну и, конечно, дисплея. Дисплей, ну, пожалуй, один из лучших, что я видел на текущий момент среди всех планшетов. Я не знаю, каким будет дисплей в iPad номер 3. Скорее всего, там будет очень качественная и плотная матрица. Но для 7 дюймов этот результат практически идеален. Очень понравилась поддержка флеша. Здесь нет никаких лагов, никаких проблем с открытием флеша как на полный экран, так и в окне браузера. Аппарат прекрасно работает с PDF-ками, аппарат открывает с помощью встроенного офисного приложения файлы Excel, Word, PowerPoint, с этим тоже нет никаких проблем. Ну и естественно, поскольку он позиционируется в первую очередь как рабочий инструмент. Вот с этим все у ребят в порядке. Теперь о перспективах. Мне кажется, выход этого устройства на осень – это, ну, чуть ли не опоздание, потому что с момента анонса в конце прошлого года до фактического наличия в магазинах мы получаем практически год. Это очень и очень большой срок для современных технологий. Вы представляете, как эта штука смотрелась бы где-нибудь зимой? Это действительно был шедевр, и это был, ну, прорыв в технологиях и по средствам отображения, и по средствам восприятия картинки на планшете. Ведь фактически тот же самый функционал мы только-только начинаем получать, например, на Android-планшетах, на третьей операционке Honeycomb. Здесь он был уже реализован, и реализован очень неплохо. А что будет в осенью, я не знаю. Может быть, будет уже четвертый Android, который переплюнет BlackBerry. В этом отношении, естественно, появится новый iPad, который тоже покажет свои зубы. И вот в этой компании BlackBerry будет довольно тяжело существовать, особенно с учетом таких детских болезней, как отсутствие, например, email-клиента. Во всем остальном аппарат достаточно плотный и качественно сделанный, и точно занимает свою определенную нишу среди, вот как я уже сказал, линейки современных достойных планшетов, которые мы с вами можем приобретать и можем ими наслаждаться. Спасибо вам, что смотрите Mobile Info. Я надеюсь, будем вас радовать и дальше. Всего доброго, до свидания.